стенах Омского государственного технического университета чествуют лучших студентов-спортсменов. На протяжении учебного года воспитанники вузов Омска состязались за лидерство в 20 видах спорта в рамках областной спартакиады. Я очень рад, что церемония награждения проходит именно в нашем вузе. Я надеюсь, что это является результатом того, что омская общественность, Министерство по делам молодежи, спорта и Министерство образования оценивают вклад Омского государственного технического университета в студенческий спорт. Мы много уделяем внимания, как впрочем, в других вузах, развитию студенческого спорта, потому что во всем мире начало спорта обычно берется даже большого, крупного университета. 2 июня сильнейшие из них получали заслуженные награды из рук титулованных омских спортсменов, а также руководителей региональных министерств спорта и образования. Та работа огромная, которая проделывается педагогами физического воспитания в наших вузах, она, вот, наверное, вот это мероприятие является тем таким мерилом успехов и мерилом участия студентов и в спартакиадных событиях, и вообще в целом как бы развернутость к здоровому образу жизни, к спорту, к физической культуре. Готовимся очень серьезно к этому мероприятию, так как это самый, можно сказать, такой главный старт в Омской области, спортивный, среди спортивных вузов. Мы полностью отдаемся на все 100%. Первенство удерживать тяжело, так как все вузы Омской области, они у нас спортивные. Да, наш вуз профильный, но есть ребята-чемпионы, рекордсмены, которые учатся там, в том же аграрном университете или в политехническом. Хорошо, что она проводится, и, блин, если было бы больше таких спартакиад и по всему России, так что это, ну, это классно. А дальше мы планируем на Всероссийскую универсиаду, то есть выступим, посмотрим, прогрессируем, так что. У нас сильная команда по шахматам. И мы третий год занимаем первое место. Это достигается упорной работой, упорными тренировками. Но вуз во многом помогает спортсменам, поддерживает неплохими стипендиями. И, в принципе, мы очень благодарны нашим тренерам, ну и руководящему составу университета. Подавляющее количество побед, конечно, одержали представители СИБГУФКа. Профильный университет безоговорочно занял первое место в комплексном зачете и получил главный трофей. А в зачете среди неспортивных вузов лучшей командой стала дружина технического университета. Мы уже в течение 5 лет занимаем первое место среди неспортивных вузов. Поддерживать и будем продолжать поддерживать развитие спорта. Это здоровое тело, здоровый мозг и здоровые специалисты высокого класса, как он будет. Впереди лучших представителей студенческого спорта ждет Всероссийская универсиада, где они смогут достойно представить Омскую область и достичь новых вершин.